Футбольный клуб «Иртыш» подписал контракт с нападающим, воспитанником омского футбола Андреем Разборовым. Большую часть своей карьеры 28-летний форвард провел в Омске. За 4 сезона забил 43 мяча. После 2,5 лет выступлений за «Воронежский факел» и «Ярославский шинник» футболист решил вернуться в родной клуб. В Омске очень хотят, чтобы футбол развивался, чтобы он двигался вперед. Когда губернатор рядом поддерживает, то это всегда и развитие, и поддержка, и эмоции. Соглашение с Андреем Разборовым подписано до конца сезона 2023-2024 годов. Президент РТШ Сергей Новиков вручил игроку футболку с номером 11. Именно под ним выступали лучшие бомбардиры в истории клуба. Марат Мулашев носил футболку именно с 11 номером. Затем долгие годы этот номер носил другой наш лучший бомбардир Антон Багаев. Если честно, когда я приходил в Иртыш еще с дубля, то я очень хотел 11 номер. Но я знал, что Антон Багаев под 11 номером. Я думал, ну вот он закончит, и я заберу его номер. Но он все не заканчивал, я еще съездил, вернулся, он еще был здесь. Поэтому мой 11 номер – это вообще мой любимый с детства. Подготовку к весенней части первенства России Иртыш начнет в конце января.